Это что-то опять какое-то наухало. Я ее вывернул, но она не утаскивается. У нас сейчас запланированы виброопоры. Вставляем сюда вот такой чопик. Ну вот я сделал буквально один проход шабером, убрал ржавые пятна, зачистил некоторые забоины и сделаем некоторые измерения геометрии. Посмотрим, насколько все плохо. Установил на вертикальную направляющую линейку первого класса, разобрал набор щупов и пробую протолкнуть. Линейка стоит устойчиво, нигде не играет. Щуп 0,02 миллиметра не проходит под этой линейкой. То есть геометрия очень неплохая. Износа практически нету. Он есть, но он очень незначительный. То же самое с этой стороны. Сейчас то же самое проделаем с направляющими вот этими горизонтальными. Это горизонтальная направляющая, да, здесь двигается эта шпидельная бабка. Поставил линейку. Линейка не играет, лежит плотно. И я пытаюсь щуп 0,02 запихнуть под линейку. Он не запихивается. Направляющая вот этой вот колонны, можно сказать, в отличном состоянии. То же самое с этой стороны. Я проверял в трех положениях. И тут ближе как бы к ласточному хвосту. И здесь снаружи щуп не идет, то есть геометрия укладывается в 0,02. Конечно, на краску там, потому что слой тоньше, он что-то покажет. Скорее всего, тут износ происходит вот по этим вот. Голова двигается, износ должен быть по краям, на концах. А здесь где-то в середине. И последний штрих. Проверим еще и угольником. Угольник, к сожалению, второго класса, но я первого, его редко вообще можно встретить. Итак, прижимаем. Здесь сверху плотно прижимаем его. И, как видите, он не лезет нигде. То есть все
Отклонение геометрии, да, от идеального укладывается в, ну, максимум в 2 сотки. Возьмем вертикальные салазки, отшабрим их, а потом по ним будем пользоваться как поверочной плитой, дошабрим вот эти вот направляющие. Так, это вертикальный суппорт или каретка. Вот так она стоит на станке и двигается вверх-вниз. Так, тут у нас осталась гайка. Вот попробуем ее извлечь. Вот такой фиксатор. Вот так его поворачиваешь, и он прижимает каретку к направляющим и фиксируется положение. Сейчас попробуем его извлечь. Входит легко. Так, видим на эксцентрик. Так, просто вот так вставляем. Так, вот этой лыской наверх. Где-то просто достается и все. Поразительно. Ни одного винтика. Вот кто-то предлагал использовать уничтожитель лакокрасочных покрытий. Ну, сейчас попробуем самый дешевый использовать. Посмотрим, возьмет ли он эту краску. Откроем пленку. Гайка довольно прочно запрессована в каретку. Вот, видимо, прессовали так, что даже лопнул чугун. Потом, если даже я ее достану, во-первых, как бы нету цели замены ее, изготовления новой, да, и потом будет поставить обратно эту гайку очень трудно, потому что здесь штифты, их нужно будет ловить. Они, видимо, просверлены через корпус гайки, уже преустановлены. Поэтому вытаскивать гайку не будем. Заметных люфтов нету. Сейчас прочистим и оставим как есть. Штифты забьем обратно. Так, первая проверка на толстый слой. Так, ну вот такое прилегание. Износ по краям, как в принципе и должно быть. В общем, есть что пошабрить. Пластинки я делаю сам. Нашел такие кусочки твердого сплава. Не знаю, чего это. Но они нестандартные, как бы узенькие. Шлифую их, полирую.
Так, ну давайте прикинем износ. Вот здесь и вот здесь самые большие, да, пятна. Можно на плите, но плита у меня покрашена краской, так что сейчас просто вот этой линейкой приложим. И смотрим, так, щуп 0,2 лезет, 0,3. Здесь 0,4 износ. Так, а здесь 0,4 не лезет, 0,02. Тут 2 сотки, тут 4 сотки. Ну, не так уж и много. Надо соблюсти параллельность вот этой вот плоскости и вот этой. Здесь микрометра не достанет, только штангин циркулем. Так, давайте прикинем сколько. Так, 27,45, здесь 27,47. В принципе, довольно параллельны. Это на 2 сотки вот это можно обнизить, а вот эти параллельны. И тут нас ждала вот такая засада. В нашей промышленности выпускаются линейки треугольные, да, поверочные, чугунные, с углом 45, 55 и 60 градусов. Других я не видел. Проверяем ласточкин хвост. Угловая мера 60 градусов. Не подходит. Может быть 55? Нет, тоже не подходит. А подходит 50. Ласточкины хвосты 50 градусов. И то не совсем совпадает. Где-то 51 градус. Так, ну вот сейчас поточнее померим. Так, это 40, а это 11. Да, 51 градус. Почему нестандартный угол сделан? У меня такой линейки просто-напросто нету. Это офигеть какая проблема. УК 55 градусов, 500 миллиметров. И, конечно, можно... Вот здесь у нее эта грань нерабочая. Можно ее, конечно, сфрезеровать под углом 50, там, 51 градус. И будет такая универсальная 55 и 50 градусов. Но после обработки наверняка и оригинальные плоскости поведет. Так? То есть ее надо будет полностью всю перешабривать. Чтобы сделать линейку, это как минимум идет неделя. Давайте посмотрим, как она не подходит к ласточкиному хвосту. Ну, пока на этом этапе вот такая произошла заминка. Делаем вот эти плоскости, которые мы можем обработать. А сами ласточкины хвосты пока не трогаем. Будем искать линейку и переделывать ее. Так, давайте теперь измерим параллельность вертикальных направляющих. 43. 37. 27. Тридцать восемь, 22, тут вообще 40. Вот такая картина. Чудо не произошло. Вот здесь огромная яма в десятку. В общем, две десятки. Офигенный износ. Ну тут обязательно надо треугольную линейку и шабрить вот этот вот сам ласточкин хвост. Эти-то поверхности мы выведем. Износ вот этих вот широких направляющих вообще минимальный. 2 сотки, да, буквально. Самый значительный износ вот у угловой поверхности ласточкиного хвоста. На вертикальных направляющих то же самое, тот же угол 51 градус. Так, получаем вот такое окрашивание. Ну, как и предполагалось, износ очень незначительный. То есть, эта направляющая окрасилась вообще равномерно.
А здесь наблюдается небольшая яма, как раз напротив той отметки, где измерения показали наибольший износ. Износ и здесь, и, видимо, на направляющую самого ласточкиного хвоста. Сейчас сделаем несколько проходов шабером и посмотрим результат. Значит, при шабрении угла угол пластинки упирается вот в эту плоскость. Пластинка не доходит до конца вот этой плоскости. Поэтому вот эти углы нужно сошлифовать. Примерно вот так. Проверяем на краску другую направляющую и получаем вот такой необычный рисунок. Ну, в принципе, объясняется, там ходит клин и износ не происходит. По очереди используем эту нашу каретку. Каретка тоже показывает, что профиль в углу более высокий. Проверяем прилегание на краску сперва линейкой. А потом салазками. В обоих случаях получаем равномерное окрашивание. К сожалению, остались глубокие задиры, и их не удается вывести шабрением. Чтобы их вывести, нужно полностью перефрезеровывать направляющие. И я решил замаскировать этот дефект и попробовать нанести так называемый шахматный узор. Я это делаю первый раз в жизни, поэтому результат получился не совсем идеальный, но довольно оригинальный, судите сами. Тут важное значение имеет правильная заточка шабера. Поначалу у меня она была далека от совершенства, поэтому остаются вот такие риски и приходится совершать несколько движений. В качестве упоров я использовал концевые меры длины. Шаг клеток 5 мм. Итак, вертикальные направляющие закончены, и сейчас проведем так называемый тест на плавучесть. На тонком слое масла каретка перемещается даже под собственным весом.
Я пока решил не трогать чугунную линейку. Нашел вот такой клин от какого-то могучего станка. Он стальной, не каленый. Длиной где-то 570 мм. Ну, отрезать лишнее или нет, я пока еще не решил. В принципе, можно укоротить его и до 500 мм. Как видите, он имеет угол 55 градусов. И недавно приобрел вот такие поворотные опоры. Это USP-12, и в следующем видео я собираюсь вот так профрезеровать клин, чтобы получился угол 51 градус. Шабрить собираюсь болгаркой. Посмотрим, удастся ли мне сделать линейку. А на этом пока все. Всем добра, удачи!